он ждет от вас чего-то большего. Я забыла сосиску. Не надо сосиску. То есть они фактически, скажем так, сначала прошли долгий путь страданий, пока на улице сами жили и пострадали от людей, а потом уже от Лады отказались волонтеры, мы забрали ее из клиники, потому что было принято решение ее усыплять, и мы, скажем так, были против этого. Вот. С Бостоном мы уже не допустили до принятия такого решения. Сейчас буквально минутку-другую. Вот. И довольно много общаемся, потому что у них тоже собаки-инвалиды. Зная, что мы добросовестные люди, они принимали заявку в... Обращаю внимание на такие вещи. Вот. Коляски есть разные. Когда собака живет в коляске, фактически снимается вся нагрузка. Собака живет полноценно, как все. Она не травмирует себя. У нее лучше работают внутренние органы. Кого ты там увидел? Вот, у нее лучше работают внутренние органы, то есть она в принципе по своим функциональным процессам ничем не отличается от обычных собак. Да, она имеет свой ресурс в любом случае, но она является надежной. Даже сам принцип, вот если вы... Памперса вписывается вот так, да, а в шортах нормально, Бостон. Опа! Ай, молодец. Нет. Да? Ладно. Окей, шорты, ёлка. А что-то уже надо ложиться. Есть еще мы были волонтерами, и к нам попадали животные-инвалиды. Сначала мы заказывали за границей, у нас такого не было, таких ни колясок, вообще ничего не было для инвалидов. Мы заказывали за границей, а потом мы попробовали сами сделать. У нас получилось, мы это совершенствовали и перевели на вот такой вот уровень. Почему наши изделия конкурентоспособны и лучше остальных? Потому что мы прошли этот путь от начала. То есть мы получили животное-инвалида, придумали для него изделие, измерили, отточили, испытали. Вот, и все, все, и далее начали уже делать для других животных. Мы получили мерки от хозяев, и по этим меркам изготавливалась коляска. Изгибались трубы, по размерам изготавливалась текстильная амуниция. Это задняя часть, сюда помещаются задние лапы и нагрудная шлейка, которая держит, в общем-то, эту всю конструкцию на собаке. Вот так вот. Затем прикручиваются колесики. Послушные такие. Да, не, они вообще.